were made for each other. To hold on to, I was carved out of redwood. Beneath your moon, I was birthed in the mountains. Всем привет, меня зовут Марина, и я очень рада видеть вас на своем канале. Это новый выпуск «Стать бы змеей» и «Архив выпускницы». Я очень надеюсь, что вам понравится это видео, и приятного просмотра. Сегодня мы с вами будем усердно готовиться к ЕГЭ, в особенности к обществознанию, потому что я продлила себе немножко дедлайн, потому что мне нужно еще досмотреть урок, доконспектировать его и сделать по нему письменную домашку. Плюс я давно не решала пробники по базовой математике, в общем, дел очень много. Плюс недавно был такой прекрасный праздник, как 8 марта. У меня очень много девочек смотрит мой канал, поэтому я хочу поздравить всех вас с прошедшими праздниками, с наступлением весны и так далее. Поэтому я еще хочу в этом видео показать немножко свои подарки и рассказать о своих новиночках. Я надеюсь, что вам понравится это видео, оно получится интересным, продуктивным и замотивирует вас на учебу. И приятного просмотра. Кстати, до ОГЭ и ЕГЭ осталось чуть меньше 3 месяцев, а это значит, что пора наверстывать упущенное, либо заново повторять пройденный материал. А для поступления в вуз или колледж нужно успешно сдать минимум 3 предмета. Я считаю, что нам, выпускникам 2023 года, очень повезло, ведь есть онлайн-школа Сотка, одна из крупнейших школ в России. В Сотке отучилось уже более 60 тысяч выпускников прошлых лет. Каждый третий из них сдал ЕГЭ на 80+, и половина из них написала ОГЭ на 4,5. Недавно у школы начался новый курс «План Б», на котором всю программу проходят заново в сжатые сроки. Таким образом, если вы еще не начинали готовиться, то сейчас самое время. Вы пройдете всю программу ОГЭ или ЕГЭ. Если вы уже готовитесь, то сможете повторить пройденный материал и вспомнить то, что забыли. В Сотке молодые и опытные преподаватели, которые будут с вами на одной волне на протяжении всего обучения. Помимо этого, у вас будет персональный менеджер, который поможет вам с любым вопросом. Круто еще и то, что в Сотке очень быстрая проверка домашки. В среднем, спустя 20 минут вы получите результаты выполненной вами работы и сможете разобрать свои ошибки. И самое главное, в Сотке сейчас стартовала запись на новый курс подготовки к ЕГЭ или ОГЭ по минимальной цене от 4,5 тысячи рублей в месяц. И это конечная цена за 3 или 4 предмета. То есть от 93 рублей за одно занятие с проверкой домашнего задания. Но помните, что цена поднимается каждые 2 недели. Поэтому, чтобы успеть записаться на занятия в Сотку по минимальной цене, прямо сейчас переходите по ссылке в описании на сайт Сотки, вводите мой промокод, который даст вам 10% скидку, и проводите время перед экзаменами продуктивно. Желаю всем хороших результатов! Для начала я захожу в свой Notion, потому что мне нужно написать сегодня план дел, чтобы ничего не забыть. Его я пишу вот в этом разделе. На самом деле мне нужно уже его почистить, потому что у меня закончились олимпиады, а тут очень много олимпиадных страничек для подготовки, и они мне уже не нужны, поэтому нужно будет их удалить. И написать, конечно же, план дел. Вот такой тудулист у меня получился, он достаточно большой, потому что у меня не очень много времени. 16:43 сейчас у нас по Москве, и мне предстоит сделать вот столько дел. Пожелайте мне удачи. Ну а пока расскажу про свои подарочки. Один вы уже увидели, это такой букетик из белых тюльпанов. На самом деле белый — это мой любимый цвет, мне кажется, видно по моей комнате, потому что здесь почти все белое. А здесь 5 штучек белых тюльпанов. Мне никогда не дарили вообще белые цветы, насколько я помню, в самом детстве это были цветочки в горшке. Потом мне начали дарить букеты, но они были из цветных тюльпанов, а вот белые, мне кажется, выглядят гораздо красивее. И мама мне подарила наушники, потому что все мои сломались, они у меня сейчас заряжаются. Это не оригинальные AirPods, но у них очень хороший звук.
гораздо лучше, чем аналоги с AliExpress. Я их покупала на Wildberries. Именно этого продавца мне посоветовала моя одноклассница, моя близкая подруга, с которой я всегда сижу на всех уроках. Я ей очень за это благодарна, потому что как только у меня сломались наушники, у нее сломались тоже, и она заказала чуть раньше меня и дала мне их попробовать в школе. Мне понравилось качество, поэтому я заказала себе такие. Я надела на них старый чехол от своих наушников, которые тоже сломались, они теперь вообще не работают. Сначала у меня сломалось у них одно ухо, потом у меня вообще перестал идти звук, и подключался только левый наушник, у которого работал какой-то вот боковой динамик, какой-то вот этот, и мне ничего не было слышно на 100% громкости. Ну а теперь приступаем к обществознанию. У меня сегодня последний урок на курсе, где я буду что-то конспектировать. У меня уже почти вся папочка заполнена. Тут осталось буквально чуть-чуть. Я оставила себе немного листиков, если вдруг что-то понадобится дописать. Мы уже прошли все темы. Осталось только учить, повторять и так далее. И в конце у меня вот здесь вот признаки и полномочия. Ура, последний урок. Я не знаю, радоваться или плакать, потому что осталось все учить, нарешивать. Я даже не знаю, что сложнее, конспектировать и закреплять потом на домашках или просто нарешивать именно уже задание. Конспект я написала, сейчас буду делать письменную домашку. Здесь несколько номеров, и у меня, как вы видите, осталось 2 часа, чтобы их выполнить. Обычно я делаю домашку примерно часа за полтора, поэтому я думаю, что времени мне хватит. Алена, мы идем делать так, чтобы Арсен выписался. Нет, мы так не идем. Мы идем спрашивать про скидку. Так, как вы уже поняли, я съездила на общеуниверситетский универдах дверей Высшей школы экономики. По ощущениям я не могу описать, каково это, потому что я не привыкла к такому количеству людей, и в этом плане было немножко некомфортно. В атриуме в центральном, там, где были все вот эти стенды всех факультетов, всех направлений, всех образовательных программ, было очень душно, там очень легко упасть в обморок, реально кислорода было очень мало. Это помещение было целиком забито людьми, вот иногда приходилось толкаться, чтобы куда-то пройти и куда-то продвинуться, потому что очереди были бешеные к стендам, и вот просто нужно было приходить заранее, а нас заранее не пускали, потому что открыли двери только в 10 утра, именно в назначенное время, когда открывался, начинался ДОТ, а я пришла немножко заранее, ну как немножко, на 1 час мне пришлось
сначала сидеть у корпуса у одного входа, потом я прошла к другому входу и ждала там свою подругу, которую вы видели на предыдущих кадрах. В целом классно, очень много с собой привезла таких разных буклетов, сумок, сувениров, съела две печеньки с предсказаниями, из которых мне выпало одинаковое предсказание. Я не знаю, как это вообще, потому что мне открывали их разные люди, волонтер и вот как раз-таки моя подруга, и таким образом вот просто, это вот шанс, что мне выпало бы одно и то же, мне кажется, он равен нулю. Я выбирала рандомные эти печеньки, из коробки доставала. На вкус они примерно как блинчики сладкие. Очень много став. У меня теперь есть даже какой-то буклет. Книжка с глянцевыми страницами по градостроению. Не знаю, зачем она мне, но теперь у меня есть какая-то штука. Буклет по медиакоммуникациям. Еще хотела взять буклет иностранных языков, но мы поздно подошли. И к часу дня там уже не было буклетов, к сожалению. Ну и это было все видео. Я очень надеюсь, что оно вам понравилось. И мне удалось мотивировать вас на учебу. И вообще это видео было очень интересным. Если это так, то обязательно подписывайтесь на мои социальные сети, все ссылки на них есть в описании под этим видео. Там же вы найдете ответы на часто задаваемые вопросы. Если у вас возник какой-то вопрос во время просмотра видео, то вы можете посмотреть там. Если там нету, то тогда уже пишите в комментариях. Также подписывайтесь на этот канал. Ну и всем пока!